Телеграм-каналы – это как бы немножко баловство просто. А при этом это реально последний бастион свободы слова в нашей стране. Тишина, приготовились. Мотор. Мы сейчас снимем все, что мы будем снять сверху, это еще две стороны. Да. Красивая? Этот кадр снят. Секунду, сейчас мы поймем, что мы будем. Сейчас мы тоже будем записывать.